Всем привет, с вами Леон, и мы продолжаем играть Splinter of Cell Blacklist. И, собственно, ситуация следующая. Мы поймали какого-то черта, и он должен нас вывести сейчас. О, вы видели, против нас такие же самые фишеры, как мы. У которых есть очки ночного видения, черт возьми. Ой. Минус один. Что-то вообще наши дела туги с вами. Боже, боже, боже. Оружие-то у нас. Где он? Этот хрен. Успех. We're clear, let's move. Where's this tunnel, Murray? We're close. Оружие, кстати, у них отстой какой-то. Так, он нас что, сейчас вообще пройдет, что ли? О боже. Давай, иди вперед лучше, тип. Ты у нас что-то слишком... А, слушайте, провели, что ли, его, получается? Но я думаю, что это не все, потому что там еще вот какая-нибудь ерунда. Так, ну и чё? Куда там? Тут док. Ну, в доке, как я понял. Как я понимаю, мы идем на лодку сейчас куда-нибудь сядем, и нас выведут. Но не все так просто, я думаю. О, боже. Боже, боже. На парашютах, что ли? Так, мышка тут у меня появилась случайно. Swap shoulder. Что значит swap shoulder? А, поменять. Дойдите до доков. Ладно, давайте попробуем. Ну давайте, троечку. Вот, зарядили мы, слушайте. Каких-то 123 метра надо пройти, блин.
Так-то это дофига, 123 метра. Но мы уже прошли. 106 осталось нам. Пока полет идет нормальный. Но в целом вот эти все миссии, они... вот когда надо кого-то вести, это, грубо говоря, чтобы разнообразить геймплей. Ну откуда там пойдет он? Стоит вот налево пошел. Не учили. Ух ты, еще один что ли. Спалимся, мать его. Минус один. И вот друг товарищ он. Что-то там нашел. Жрет. В одиночку. Так, ну сейчас будет вообще грех спалиться. I see an SUV of hostiles inbound, Sam. Get to the dock quick. Copy. Как я понял, тут все чисто, давайте быстрее двигайте. Но что-то тут так все сделано, такое ощущение, что вон там еще боеприпасы, что нам придется отстреливаться от всех. Боже, нет, не хочу отстреливаться. Вообще не хочу делать то, что очень предсказуемо. Или мы сейчас уедем. Мне нужны имена. На, мобилу там все есть. И не звони по межгороду. У меня безумный роуминг. Ну а теперь-то валим. Да, мы сделали это. Так, ну и кто мы? То есть гост мы не очень. Ну мы... Пантер. Пантера, ладно. Хорошо. Хотя бы так. 107 тысяч дали, проапгрейдим что-нибудь. Может очки какой-нибудь другой цвет поставим. Может еще что-нибудь посмотрим. Так, ну и мы имена за именами пытаемся выяснить. Добраться до этих инженеров, команды веселых инженеров, которые пытаются отравить всех и вся. Ну и посмотрим, что будет дальше. Очень долгие загрузки, между прочим. Вообще просто долгий. Лего-человечек протестует. И опять загрузка, да что ж их... Боже, зачем так делать? Зачем делать такие игры? Так. Next time you two talk, be sure to mention this. Charlie? A tracker. I got an idea from your email trace and installed a virus on Nurse. Так, я получил имейлы, там вирус какой-то на телефон. Он, в общем, считывает голоса, GPS и прочее. I disagree. Look, all you're getting out of Washington is maybes. I'm getting us intel. You're gambling with a war. Sadiq already started a war. It's up to us to find a way to end it. Ну, короче, нам нужно найти пути закончить войну.
Так, ну вот, а у нас осталось, грубо говоря, 4 дня до следующей атаки. Да, вот так вот. Что тут у нас? Ладно, я не хочу вообще очень долго. Так, кастомиз, спаймерк, Сэм Фишер. Так, онлайн. Ну, давайте вот на эту миссию погоним. Что это у нас? Лондон, United Kingdom. We have used these services before to ensure deniability and providing material support. Найти ключ, капчу. He has always maintained a careful political neutrality. Ладно, погнали. Погнали в Лондон. Here's that update on Vic Cost you asked for. Thanks. You know, we wouldn't have to jump through all these government hoops to trace Sadiq if you would just let me hack into MI5. Then we have an international incident and you rot in Belmarsh prison the rest of your life. Not if I don't get caught. Someone gonna fill me in? We've been chasing those passport numbers you obtained from Neuro. Where push you? Эти долгие, долгие, нудные разговоры, когда приезде. И Чарли хотел с нами погнать, но мы его нахрен послали, потому что ибо не хрен. Так, ну что у нас? Гаджеты? Нет, не гаджеты, это обсует. Суит лайт. Че тут лайт есть? Ну, такой лайт. И гост лайт. Это вообще круто, я считаю. Но денег чувствую нет. Так, давайте торса. Прокачаем хотя бы какой-нибудь. Вот. Стелс костюм. Мы его даже можем разукрасить в разные цвета. Это шикардос. Че тут у нас еще? Главость. Перчатки за 15 тысяч. Ни хрена себе. Ну давайте, перчатки купим за 15 тысяч. Они weapon holding. Так, pants, штаны. Даже на штаны у нас уже не хватает. Купили перчаток на 100 тысяч долларов. Даже больше, там 150 вышло. Ай да. Смешные они. Кто придумал вот эту систему прокачки? Конечно, интересно, но такой бред. Как могут, я не знаю, там перчатки стоят 40 тысяч долларов. Нет. Такому не бывать. Snake into the side of an engineer's cell to uncover Sadiq in next move. Грубо говоря, необходимо выяснить нам следующий шаг, что ли. Да и где тут черт был? Ой, собачка вон там, да? Собачка. Не люблю собак. Убили мы ее, что ли? Silent kill. Approaching the mill. The operatives who used Nori's stolen passports are holed up inside. Эй, еще одного убили. Ну, ладно, погнали, собственно, дальше. Нам вон вообще далеко идти. Мы тут уж все преодолели. Всех убили. Да, интересно, он допрыгнет? Ах ты, собака. Не допрыгнул. Так. О, как тут заботливо лесенку-то нам оставили. Замечательно. Да, то есть стелс он стелсом, но, блин, не хочется мне стелсом всегда проходить. Поэтому я позволяю себе вот такие вот маневры. Да он вообще скалолаз, глядите-ка. Он и... Сейчас труба оборвется, нет? Он такой, ах, как же мне надоела эта работа.
Ух ты! Наш друган. Какой-то грузовичок. Сэм, 12 o'clock. Ох ты! Успех. Снайпер, блин, как бы его... Минус один. Чё там? Звонок. Что-то связано со звонком. Так, понятно. Тут уже не так все просто. Там снайпер на заднем фоне у нас. Маячит с очками ночного видения. Ну, блин, в принципе, вообще просто тень. Слушайте, поднялся. Спалили? Как думаете нас? Снайпер вот этот спалил нас? Ну, вроде нет, тревогу не подняли, и ладно. Вон еще один снайпер. Я немного не понял по миссии, что мы тут забыли, но там что-то было про звонок инженеров. Может даже отследить. Вот, но есть разработчики, и опять подкидывать нам будут очень много солдат, которых надо убить. Я их пошлю. Ну вот, смотрите, как удачно-то. Ну у нас же стелс-костюм, да? Минус один. Давай-ка сюда, давай. Оп. Минус один. Снайпер вон сидит наверху, на крыше. Никого. Нам, судя по всему, надо вниз. Ну ладно. По заброшенной. Шахте. И вот мы внизу. Sounds like an all-star team.
Айкапи, видимо, это означает, что он понял всю суть происходящего. Так, ну и куда? Куда? Вот Danger. Там он оружие, да, по-моему, внизу у нас. Да, как удачно, а? Как раз подстреляли. Чуть оружие еще возьмем. Тут фабрик. Я помню, это было Хаос Тюри, так я просто обоссался от счастья, когда увидел, что... У нас есть возможность разрезать что-то. Ой, господи, так пройдем. Ох ты же, вот. Ох, здорово-то, как к нам прилетело-то. Мы аж ударились об что-то и от этого погибли. Это было круто, да. То есть зря мы их убили. Спалились, а так не очень. Ну, давайте еще раз. Хотя, блин, нормально убили, а. Бесшумно, все. По красоте. Ух ты, можно в окошечко вылезть, что ли? О, вот это уже интересно. Я даже не думал, что будет такая возможность. Так, давайте в другое. Так, надо как бы нам двоих захватить. Или они уже все? Больше не друзья друг другу. Минус один. Второй даже не парится, что его товарищей не стало. Сейчас, друзья, сейчас мы с вами быстренько расправимся с ними, супостатами. Он это не смотрит, да? Может, там в других окошечках у нас кто-нибудь есть? Хотя вообще идеально было вот этого бы прищучить разок. И все. Ну, его мы можем только через вот это окошко залезть. Там еще кто-то пошел, черт возьми. Что-то не работает наше тепловое зрение в ночь. И оно, вероятно, логично. Вообще не вижу никого. Что он там делает? Телек, что ли? Нет, нет. О, рядышком. Минус один. Ну, естественно, тот побежал. Мы тем делом вот этого. Ох, да, как сейчас было-то, слушайте, шикарно. Че он там смотрит, Трен-ТВ, что ли? Так, ну все, давайте, движем. Так, надо как-то туда попасть. Drop to ledge. Так, нам надо наоборот вниз. Точнее, как-то по другому пути.
Не вижу никого. Ну, один-то вон там. Точнее, возможно, даже их там больше, чем один. Ай-яй-яй, вон. А, вот тут-то мы его сейчас словим. Красивого такого, да? На. Дали очков нам. Это все. Так, подожди, там что было? Нажать действие? Да, правильно, ломаю все. Чертям. Ну, где-то это вот я вижу. И это, видимо, внизу у нас патроны. Все ниже и ниже. Так, у нас опять появились гости на этаже. Так они вообще все внизу. Один крупный. Они все, блядь, в бронежилетах. В синих. А нам-то вообще не нужно это. Слушайте, труба. О, да, это старый Сэм Фишер. Прям все как надо. Ну, один... Допустим, отливает. Или закончил уже. Отливал. Ползем. Ни в чем себе не отказываем. Нас тут вообще не должно видно быть. Так, давай в другую сторону. Ну, вот так мы сейчас сделаем минус 2. Хотя, там он еще один покрупнее. И на второго уже не хватает, блин. Подождем. Пока уйдет толстяк, и потом завалим вот этих двух. Тут даже вон следы какие-то показаны. Горячие следы. Идем по горячим следам. Так висим, блин, сейчас как труба рухнет, блин. Я бы вообще не осмелился в этом здании висеть.
Боже. Вот. Лэптоп? Это где он находится? А вон. Так, ну, этот пока не отходит от них. Парит за ними. Дым, конечно, очень здорово все. Помогает прям. Вот. Так, тут есть спуск? Ну, второй у нас, по-моему, такой обычный. Обычный парень. Вон тут. Тихо. Сейчас бы сверху его. О. Сломали лэптоп. Есть, по красоте. Вообще, слушайте, красиво было. Фух. Были на грани. Сейчас патрон найдем. Кто-то заботливо нам оставил патроны. И мы вообще уже очень близки к цели. Так, а что, мы не можем вниз, что ли? Так, наверх. Нам же вон чуть-чуть осталось дойти, товарищи. Ну, открыть и... Вот, да, то, что нужно. Как он ходит по-каревски. Ебу. А, ну вот, все. Ясно. Откуда вообще людей столько у данных миротворцев, я бы так их назвал, а именно у инженеров. Так, ну и мы в центральном офисе, так. Счета. Ничего интересного. По Ирану. Ух ты, нифига себе какой сканер. На самом деле круто. Я думаю, в будущем будут такие технологии. Ох, так. Так на карте все есть. Считайте, все зоны атаки. Is the last lock? Yeah, that's all of it. Right, rally everyone. We're pulling the plug. Looks like the last shipment is about to leave. Reposition brakes. Have him disable the truck. Negative. This could be our only chance to find their destination. I'm gonna put a tracker in their cargo. Он что, хочет прям в этот фургон, что ли, залезть? И проследить за всем? If a single guard spots you, it's all over. Forget who you're talking to. Боже, он правда это хочет сделать. Do not alert. Понятно, то есть надо без каких-то кипишей. А вот, смотрите. Без кипишей нам пробраться на... как его назвать-то? Ну, на этот фургон, грубо говоря. И не быть при этом замеченным. Ну, слушайте, мы вообще уже почти подобрались.
присядь. Так, ну все, мы сделали то, что нужно было. Отлично. Главное, сейчас зашкириться тут где-нибудь. В ящик какой-нибудь. Ого, компонент химического оружия. Понеслась, родимая. Что-то еще забыл, да? Коробочку какую-то. Правильно, ну их нахрен, закрывай. Я думаю, сейчас поедет. Опять, это вообще не надо было, видимо, делать, да? Зачем мы? Зачем я нажал? Find. Так, ну давайте. О, через верх пройдем. Ты, черт возьми, ты бы... Сэм, лезь наверх. А то я буду называть тебя Томом, как в самых первых сериях. Потому что только Том мог так делать. Так, ладно, вижу. Find Sadiq. Ну, во-первых, надо вот как-то туда пролезть. Как это сделать, я пока что не представляю. Ну, я пока ползу. Ну, дроп вниз. Вниз, блин. Ну что ж ты делаешь-то, господи? Ну, слазь, пожалуйста. Каких-то 12 метров. Ох ты, мы вообще ничего не сделали. Получили очень, очень много очков. Так, ладно. Ну, боже. Палимся, друзья. Я остался один. Где он? Где он? Где он? Где он?
Есть. Успех. Так, ну и что толку, что мы его... А, нам его можно вот так, да? Связать. И все, собственно. Та-да-да-да, мы молодцы с вами. Так, продолжаем. Идем к экситу. Пройдемся-ка лучше через канализацию. Ну, все, валим. Ну. Ну, дропдаун. Так, мы в канализации. Отлично. И куда нам надо-то теперь? Синие. А чё все ждать, как да? Жалко, жалко собак. Но я не мог ничего с собой поделать. Что-то вообще все шатается. Туда-сюда ходит ходуном. Да. Еще мы кашляем. Видимо, простудились. Так, давай-ка. Лезем. Что-то он... Что-то слабо лезет. То ли устал, то ли еще что. То ли вообще простудился. Наш с вами герой. А, ну вот, говорят, что беспокоиться за него. Ну, он и правда какой-то вялый стал. Уже старый. Ну что-то все шатается, это вообще я не понимаю. Где мы? Вода в доках где-то. Боже, что там Т? Что случилось? Это химическое оружие так действует на нас. Ну, это не в противогазе, они-то все в противогазах. Я думаю, нас сейчас вообще поймают. Да, за нас беспокоится. Черт, прикольно придумали. Почти дошли. То ли тут нам пройти, то ли надо было там идти. Ай-яй-яй, попались. Все, короче, нас сейчас разорвут на куски. А, это товарищ главный. Отвечай на вопрос. Picked up some training abroad, did we?